FunPay.ru – первая в Рунете биржа золота World of Warcraft. Более 3000 предложений. Покупайте напрямую игроков без посредников. А еще на бирже FunPay торгуют не только золотом, но и прокачкой персонажей, прохождением рейдов и подземелий. Ссылочка в описании. Приветствую всех, друзья, с вами Лунный Монах. Для обзора на альфа-версии WoW стали доступны квесты Альянса, рассказывающие нам о событиях, описанных в новелле Элегия. Давайте посмотрим их подробнее и сделаем некоторые выводы. Герой, хотя отсутствие легиона в нашем мире идет на убыль, возникла новая угроза. С тяжелым сердцем я вынужден попросить тебя вновь пожертвовать своей жизнью ради Альянса. Я получил тревожное сообщение от наших разведчиков в Аргримаре. Похоже, вождь уже запустил в движение машину войны. Жду тебя в крепости Штормграда, чтобы обсудить дальнейшие вопросы. Разведка докладывает, что Орда собирает армию в Силитус. С учетом потенциала Азерита, способного изменить лик войны, совсем не удивительно, что вождь желает объявить на него свои права. Единственная неожиданность заключается в том, что все началось так быстро. Орда и Альянс понесли невообразимые потери на Аргусе. Поговори с Матиасом Шоу. Я хочу, чтобы ты проследил за делами Штормграда в Силитусе. Орда, они развернулись на северном перекрестке степей. Они пошли на Ясеневый лес. Значительная часть войск Малфуриона уже отплыла в Силитус, но Дарнас отправил городских жителей в помощь Астронаару. Их капитана зовут Элэриан Летняя Луна. Найди ее, герой. Держите город сколько сможете. Король Андуин и я вышлем флот, как только будем готовы. Мои сестры лежат на мягкой земле Ясеневого леса. Нас обучают быть готовыми к потерям в бою, но я никогда еще не видела столь ужасного, чего-то столь трусливого. В этой войне Орда пала низко, как никогда. У нас нет времени на скорбь, но мы не такие дикари, какими показала себя Орда. Прошу, герой, ты поможешь мне вознести молитву Элуни, чтобы мы могли почтить павших. Их души заслуживают света и ее благословения. Было слишком поздно. Я не могла их спасти. Анарис, что они сотворили с тобой? Судя по расположению тел, город был застигнут врасплох. Стражи погибли от яда, где стояли. Разбойники. А потом они окружили жителей в центре города и... Это ужасная мысль. Извини, напомни, кто же ты? Это о тебе говорил Малфурион. Это свет светлячков вокруг нас. Почему лес пробуждается? Я слышу что-то. Этот звук. Это наш Шандо? Скорее, герой, Малфурион зовет. Тебе не пройти дальше, королева Банши. Когда мы встретимся в следующий раз, Малфурион, тебе не уйти. Шандо, я прибыла как только смогла. Я видела, как вождь направлялся в сторону форпоста Зрамгар. Она пришла за нами. Долариан, вождь пришел, чтобы захватить мировое древо. Наши войска, Шандо, несколько дней назад Тиранда отправила их защищать наш форпост в Силитусе. Тогда еще есть время, Долариан, отправляйся вперед и собери как можно больше войск с ближайших форпостов. Герой, отправляйся в Дарнас, собери как можно больше солдат, что могут держать оружие, но не оставляйте город без охраны. Я перехвачу наш флот и отправлю его обратно в Дарнас, а теперь поспеши, эта преграда замедлит их, но не сможет сдерживать вечно. Генерал Оперенная Луна, Орда вторглась в темные берега, мы должны принять меры, часовые, готовься! Четвертый флот, мы должны укрепить южные границы темных берегов. Приведите метатели Глеф. Пятый флот, организуйте силовую линию на скалистой реке. Пробудите наших союзников в роще древних. Лучники на гиппогрифах, вы летите со мной, мы отправляемся в Лорданелл и будем на страже как отряд быстрого реагирования. А это поручается тебе, герой. Доложи капитану Солнечной Луне и укрепи эту границу. На этом цепочка квестов останавливается, но уже мы с вами можем сделать некоторые выводы.
Орда во главе с Сильваной, без всякого предупреждения, зная, что эльфийский флот уплыл в Силитус, а Тиранда находится в Штормграде, отправляется убивать мирных жителей в Астронааре. Калдарай пребывает в полнейшем шоке и замешательстве от таких событий. Этого они точно не ожидали, ведь буквально несколько мгновений назад мы вместе сражались против Саргераса. Вместе отразили вселенскую угрозу. А теперь начинается новая война. Делайте выводы сами. Я не буду говорить, плохо это или хорошо. Тут и так все понятно. Чтобы не пропускать все новые ролики, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, так вы сможете смотреть видео самыми первыми. С вами был Лунный Монах, Анды Тарасы Сил, что в переводе с дарнасского означает «До скорых встреч».